Всем привет, с вами Ирина. Мы все еще находимся в городе Сочи. Сейчас в данном случае это Адлер. Мы находимся на правом берегу реки Мзымта. Видите вдали заснеженные горы, это Красная Поляна. Именно оттуда спускается и впадает в Черное море река Мзымта. В результате водозаборной хозяйственной деятельности река сильно обмельчала, но во время дождей и таяния снега сходит сель, и вот такая вот грязь выпускается в этом месте в море. Сегодня мы с вами отправляемся в яхтенный порт, тот, что на Олимпийской набережной. Кстати, люди обычно с Эмерейтинки туда и заходят. Мы же зайдем в яхтенный порт совершенно с другой стороны, двигаясь с севера на юг, с набережной пляжа Чайка. Пройдем пляж Сочи-Форни, это тоже интересное атмосферное место, и войдем в яхтенный порт оттуда. Обзор на Эмеретинскую набережную у меня есть на канале, ссылку я оставлю в инфобоксе. По мостику, соединяющему берега реки Мзымта, мы перебрались на левый берег, и именно отсюда мы и тронемся в путь. Ну вот, пройдя столовую «Ем и ем», кстати, ее обзор у меня есть на канале, где в Сочи пообедать недорого. И сразу выйдя на побережье, как раз в месте, где Мзымта впадает в Черное море, мы оказываемся в и очень интересном атмосферном месте Сочи-Форни. Это пляж Сочи-Форни. Кстати, мы думали, в яхтенный порт мы попадем именно с этого пляжа. Пляж этот оборудован в таком американском, калифорнийском стиле. Вот такие деревянные дорожки, высаженные пальмы. Видовые прибрежные кафе, прокат серфинга. Юная серфингистка. Кстати, понятие Сочи-Форни взялось в Сочи из-за подаренных городу во время Олимпийских игр калифорнийских пальм. Но я точно не знаю, где они высажены, в этом ли месте, либо где-то еще в городе. Очень интересное укрепление берега здесь, в этом месте, в Сочи-Форнии, в виде таких разноцветных, красивых железобетонных валунов. По ним, кстати, здесь лазят любители, нет, любительницы атмосферных селфи. Но вообще смотрится прикольно, как разноцветные кубики. Ну, вот такие прозрачные видовые кафе, ресторанчики. Я думаю, что это за стекло, а это такая пленка на большое количество микрон. Достаточно плотная, которую, вероятно всего, летом жару убирают. Ну а вот то самое место, где Мзымта впадает в Черное море. И именно здесь заканчивается Эмеретинская набережная. Мне кажется, купаться здесь не очень-то приятно, потому что вот река несет в себе все бытовые отходы с Красной Поляны. Обойдя Сочи-Форнию вокруг по шоссе, мы вот попадаем как раз в яхтенный порт и встречаем первые красивые яхточки. Мы пройдемся сейчас вдоль Олимпийской деревни, а напротив яхт-клуб «Эмеретинский». Здесь предлагают организацию морских прогулок, прокат и аренда яхточек, маленьких судов. Морские яхты здесь проходят соревнования по яхтенному спорту. Можно заказать морскую рыбалку, полет на парашюте за движущимся катером или какие-то дайвинг-туры. Здесь организована платная стоянка для владельцев малых судов. Кстати, аренда места для маленькой яхты 200 тысяч рублей в месяц. Центр площади порта украшает деревянная бригантина «Святая Виктория». Раньше здесь размещался музей морских путешествий и экспозиция покорителя морей Федора Конюхова. Но сейчас этот музей закрыт, мы не нашли входа. Что вот здесь удивило, так это стилистика этого яхтенного порта. Все здания такие, как будто бы построены из контейнеров, а может быть, они действительно построены из контейнеров. Все такие квадратненькие какие-то, прямоугольные, одноэтажные или двухэтажные, а некоторые здания еще строятся. И вот на территории этого порта вот такая вот интересная портовая стилистика. Вот такие беседки, кубические конструкции, вот такое вот кафе, обшитое деревом. Видите, вдалеке Сибирь, как будто два контейнера друг на друге. Вот такой эко-маркет, тоже контейнер, обшитый деревом. Видимо, здесь специально выдерживают такую стилистику. Кстати, во время Олимпиады акватория этого порта вместила в себя 7 круизных лайнеров, которые послужили плавучими гостиницами для туристов и для гостей Олимпиады. О, как молодежь здесь развлекается, слышите?
играет музыка, много на улице самокатчиков, велосипедистов. Кафе предлагают шашлыки, морепродукты, просто кофейни, сувенирные лавки. Но цены здесь не дешевые. А вот недорого поесть можно как раз-таки в столовой, которая находится напротив. Счастье есть. Обзор я делала у себя на канале. Порт этот построен был перед Олимпиадой, как грузовой порт, и изначально он обеспечивал строительство олимпийских объектов необходимыми материалами, там щебень, гравий, песок и так далее. А уже после 2014 года он переориентирован как яхтенная марина на 600-700 стояночных мест. Я читала, что в проект этого порта было вложено инвестиции 7 миллиардов рублей, включая кредитные деньги, и бюджетные средства 6 миллиардов рублей. Походите посмотреть, тут интересно, приятно, необычно. Такого нет в моем родном городе. Поэтому для тех, кто приехал сюда, советую посетить это место, посмотреть. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Ирина. Всем пока!